That's it, Brian? Yes. Всем привет! Меня зовут Юля, а это Руслан. И мы на канале Jolly Life TV. И сегодня мы будем готовить блины, так как у нас разгар масленицы. Но это будут не обычные блины, а это будет так называемая блинная версия всем известного десерта тирамису. А Руслан не будет помогать в этом процессе. Ну что, давайте приступим? Давайте приступим. Ну, так что нам для этого сейчас понадобится? Так, мы будем делать отдельно крем и отдельно тесто. Что нам понадобится для крема? Для крема нам понадобится сливочный сыр маскарпоне. Такой вкусный, я его обожаю. Также сметана, желательно пожирнее, но у меня 20% жирности. И мед. Что нам понадобится для теста? Это соль, сахар, сметана, молоко, яйца, мука, разрыхлитель, сода, ванильный сахар и какао. А еще растопленное сливочное масло. Ну вот, то есть получается у нас обычный набор для блинов. Нет, это не совсем обычный набор для блинов. Это больше как набор для панкейков. Это так называемые американские блины. Это очень популярный завтрак в Америке. Ага, ну так с чего же мы начнем? Так, сначала мы будем делать крем. Что мы делаем? Мы берем маскарпоне. Подожди, подожди, можно я это буду делать? Ага. Ну давай, ты это сделай. Давай, а следующее ты. Теперь сметану мы выливаем в маскарпоне. Ага. Давайте я помогу. Так, и столовая ложка меда. Ага. Теперь это нужно все. Как вкусно выглядит, прям не могу. Тщательно перемешать, чтобы не оставалось комков. Давай, делай это ты. Нужно тщательно перемешать в однородную массу, чтобы не осталось комочков. То есть, давай сейчас повторим. Мы положили маскарпоне, сметану и мед. И просто перемешиваем до однородной массы. До однородной массы. Все, я понял. Мы достигли результата, у нас появилась однородная консистенция. То есть, вот так проверяем, сойдет. Осталось еще на вкус попробовать. Мы же должны знать вкус. Да, тоже тогда попробуем. Конечно. На вкус очень вкусно. Ну все, теперь мы это отставляем и принимаемся за тесто. Сначала мы будем смешивать жидкие ингредиенты. То есть молоко. И молоко, сначала 2 яйца, теперь молоко. Сначала яйца, потом молоко. Ну это, да это в принципе не так важно, в какой последовательности. Угу. Просто для удобства. Масло. Масло. Сливочное. Растопленное, это очень важно. А, то есть мы до этого предварительно его растопили в микроволновке. Микроволновке. Угу. Ага. Теперь перемешиваем это все тоже в однородную массу. Ага. Теперь мы будем сюда класть сухие ингредиенты. Мы сюда положим 2 столовые ложки сахара. Чем мы из жидких ингредиентов? Про сметану забыли, но она же не такая уж и жидкая. О, мой бог! И опять все это перемешиваем до однородного масла. Пока Руслан мешает, я еще положу туда щепотку соли. Вот, и теперь мы будем замешивать тесто. Так как я более опытная, это буду делать я. А сахар и соль не нужно? Сахар и соль мы же уже положили. Все. Это ванильный сахар и разрыхлитель. Все, я понял. Так. Мы постепенно будем вмешивать муку, не сразу, а по частям. Угу. Так, теперь мы будем всыпать вторую партию муки. Угу. Вот. Вообще, до какой мы консистенции должны довести? До липкой? Это должна быть консистенция, как у оладий. Вот такая консистенция сметаны была. Чуть гуще даже сметаны. Все понял. Достигли желаемой консистенции. Теперь мы добавим сюда какао. Чтобы он приобрел немножко такой шоколадный вкус. В
Вот, вроде бы у меня получилась уже однородная консистенция. Мне тесто осталось на пальчиках. Это можно не сделать. Ну, я вставлю. Чтобы придать пышности нашему тесту и нашим будущим блинчикам, и чтобы придать более такого аромата, мы добавим сюда ванильный сахар и разрыхлитель. Что ж, тесто у нас готово. Теперь пора выпекать блинчики. Тесто готово. Вот так это можно проверить. Это как красиво выглядит. Так аппетитно. А еще я так люблю пробовать тесто. Будем пробовать тесто? Давай. Чем мы будем его пробовать? Пальчиком? Не знаю, а что не а почему бы и нет? Такой шоколадный вкус. Да, ну мне кажется, не хватает сахара. Сахар же у нас будет еще в маскарпоне. В общем, ко всему этому мы можем добавить джем или варенье. Теперь мы приступаем к чему? Да, к жарке блинов. I feel the hate with you staring up across the